Эти леса – одни из самых плодородных в мире. Их урожайность превышает урожайность большей части сельскохозяйственных земель. Каждый талом за год производит количество детрита, в 6 раз превышающее его собственную массу, питая близлежащие океаны и берега. В этом лесу плавает примитивное создание, намек на то, как, возможно, выглядели предки акул. Мы мало знаем о плоскоголовой акуле, у которой, в отличие от большинства видов акул, 7 жабр. Ее рацион мало отличается от рациона большой белой акулы и включает в том числе котиков. Следы укусов на боках говорят о том, что в лесу брачный сезон.